Отже, наступні три місяці будуть жахливі. Інтерв'ю колишній посол Британії дає Перстайко і говорить, що Росія спробує вбити керівництво України. Це був коментар The Economist. В принципі, не вперше ми чуємо про плани Росії знищити військово-політичне керівництво Росії, але оцей от термін три місяці, очевидно, пов'язаний з виборами у Сполучених Штатах, з транзитом влади. Прокоментуйте, будь ласка, це більше залякування, чи все-таки такі кровожерливі плани у росіян є? Пані Ларисе, я з вами погоджуюся. Ми не вперше чуємо, власне, про можливість фізичної ліквідації політичного провіду України. Ви пам'ятаєте, і татаров з малюком різали чеченців, правильно? І Арестович розповідав про те, що він вкрав гранатомети, тримав оборону. І, ну, багато було казок, власне. Але всі забувають про те, що свого часу була озвучена інформація про політичні гарантії з боку Російської Федерації щодо недоторканності перших осіб держави. І ця інформація була озвучена наперед про те, що Путін телефонував чи хтось в російського керівництва і давав відповідні гарантії щодо ненанесення ударів по відповідно так званих центрах прийняття рішень. Після цього перша посадова особа з'явилася на людях. Тому про яке фізичне ліквідація українського керівництва мовиться протягом трьох місяців, для мене не зовсім зрозуміло. А якщо Росія, власне, тисне на відповідно на реалізацію власного плану закінчення війни, правильно, то це передбачає відповідно підписання відповідних угод. Не обов'язково навіть офіційно, хоча мовиться скорше за все про офіційну частину. Та Російська Федерація наразі в своїх пабліках, ЗМІ розповідає про те, що Зеленський нелегітимний. Але всі прекрасно розуміють, що наразі Зеленський уособлює українську державу, є вищою посадовою особою. Я от іноді розказую вам всякі шутки на цей счет. Могу сказати очередную. Ну, о якому ж довірі може йти річ? Ви чого, ребята? Какое доверие? Вы прямо публично заявили, что вы нас надули, соврали нас и обманули. А какое доверие? Но нам нужно вернуться к этой системе взаимного доверия. Итак, в течение 4 часов он рассказывал, какой плохой Запад. Что они не понимают своих собственных интересов. И интересы Соединенных Штатов, и Европы, и Китая, и Индии знает только он, Владимир Владимирович Ха. А все остальные ошибаются. А еще рассказывал, какие у него были закулисные переговоры с европейскими лидерами, с которыми он когда-то встречался. И знаете что? Оказывается, нет, на Западе не все умные, но Владимир Путин заставит поумнеть всех. Еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне европейские лидеры многие говорили, ну что они нас пугают тобой? Нам не страшно, мы ничего здесь, угроз никаких не видим. Это прямая речь, понимаете? Но я думаю, что и в Штатах это прекрасно понимали, почувствовали. Сами уже относились к НАТО там, как к второстепенной какой-то организации. Поверьте мне, я знаю, что я говорю. Но все-таки эксперты там понимали, что НАТО-то нужно. А как сохранить его ценность, привлекательность? Но нужно напугать как следует. И у Путина это бесспорно получилось. Он вдохнул новую жизнь в НАТО. Он сделал так, что теперь действительно все оборонные траты членов Альянса, которые у многих стран вообще были там на каком-то минимальном уровне, теперь кратно возрастают, все вооружаются. Потому что оказывается, что те лидеры европейских стран, которые говорили, мы не видим в России угрозу, они облажались, обгадились. Вот что это означает. Кто сильнее, тот и прав. Этот принцип тоже работает. Да, бывает и такое нередко. Странам приходится защищать свои интересы вооруженным путем, отстаивать их всеми доступными средствами. Но современный мир комплексный и сложный. Решая какую-то одну проблему, применение силы создает, конечно, другие, зачастую еще более тяжелые. И мы это также понимаем. В какой-то момент казалось, что Владимир Путин, он что-то начал понимать.
начал понимать цену войны, использования силы. Но это прозрение пришло к нему ненадолго. Ну, такой он. Он с этой колеи уже не сойдет. Он будет действительно пытаться убить всех граждан Украины. Ну, а россиян он не считает. Ему хорошо. Дедушке нормально. Ведь у него потерь нет. Ему наплевать на уничтоженного российского генерала, как и на сотни тысяч российских военнослужащих. Он просто потом задается вопросом. Вы знаете, у нас не хватает рабочих рук, а дефицит людей. Хотя, казалось бы, ответ же очевиден. Куда делись эти рабочие руки? Куда? Он их отправил на тот свет. Если кто-то не понял, где было прозрение Путина, а временное, краткосрочное и вообще, возможно, последнее в его жизни, когда он заявил о том, что применение силы приводит к новым проблемам. И проблем здесь очень-очень много. Значит, давайте-ка самое главное, что он тут нам поведал. Он поведал, что планирует продолжать войну. И, внимание, это он артикулировал эту мысль исключительно для Дональда Трампа, который уже заявил, и я не думаю, что у него получится этот вопрос как-то изменить, который, ну, так складываются обстоятельства на фоне и предвыборных заявлений, которые частично будут забыты, а частично нет, что вопрос мира в Украине это его внешнеполитическая задача номер один. И вот то, что сказал дальше российский маньяк, царь Владимир Владимирович Ха, мне кажется, важно учитывать команде Дональда Трампа, которая вступит или готовится вступить в должность и занять самые крутые кабинеты на этой планете. Центр принятия решений. Белый дом. И вот он им непосредственно диктует свой ультиматум. Вадим Владимирович, да. Не могу не доспросить, раз уж зашла речь о границах, а Украину мы в каких границах признаем? Вы знаете, мы всегда признавали границу Украины в рамках наших договоренностей после распада Советского Союза. Но обращаю ваше внимание на то, что в Декларации о независимости Украины написано, и Россия это поддержала, значится, что Украина является нейтральным государством. Но затем и на этой базе мы признавали и границы. Но позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон, так, и объявило о своем желании вступить в организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались. Сначала срочные новости. Можете ли вы себе действительно представить, будет ли Трамп искать легкий путь, будет ли сложный путь, что такое, если Путин скажет ему, а Путин точно скажет нет, взыграет ли желание Трампа все-таки тогда, ну, в таком случае, размазать Россию? Я хотел бы, чтобы такое произошло, и это вполне возможный вариант, по той простой причине, что Дональд Трамп очень эгоцентричный, очень харизматичный, себелюбивый, честолюбивый человек, поэтому все те сделки, которые он, с его точки зрения хорошие, вот, он не тот человек, который любит идти на компромиссы. Поэтому все те, кто с ним на эти сделки как-то не пошел, предыдущие, будь то даже в кадровом составе его личные, там сказать, сотрудники, да, начиная с Майка Пенса, они сегодня сразу пошли в список врагов, да, в этом плане. Поэтому это касается его отношения как к людям, это его отношение, и он человек действия, да, то есть это в этом плане. Поэтому как у него будут складываться с Россией, я просто думаю, что он, скорее всего, будет иметь конкретную беседу. И наверняка у него будет конкретная встреча и с президентом России будет. А то, что Россия сегодня не поздравляет или они осторожны, что, потому что они понимают, что здесь надо, ну, соблюдать определенную дипломатию
тоже, потому что все-таки на самом деле Америка – это не Трамп и не Байден. Это Америка, это Конгресс, это Пентагон, это все то. И Америка сегодня непосредственно задействована вот в этом противостоянии вместе со своими союзниками. Америка – лидер того же НАТО. Поэтому, исходя из этого, Америка считается официально. Плюс в доктрине национальной безопасности США по сегодняшний день Россия считается наряду с Китаем и Ираном и Северной Кореей неприятелями, то есть оппонентами, да, доктрине безопасности. Ничего же не поменялось, поэтому чисто поздравительные такие мы. Ну, есть реверансы, да, понятно, Кремлю приятнее иметь дело с Дональдом Трампом, потому что он на протяжении всей предвыборной кампании как будто говорил хорошие слова. Ну, поэтому я не тоже ответно отвечаю, но другое дело, я так понимаю, и будут готовить встречу, и будет готовиться встреча, и, естественно, будет какой-то определенный торг. Как это будет выглядеть, это время должно пройти, мы должны посмотреть, насколько Трамп пойдет в эту тему, изучить эту обстановку, эту тематику. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.